его! Так, держать! Ты знаешь, сколько денег я из-за тебя сегодня потерял? Дамы и господа, это последний бой в нашей программе. Предлагаю всем вернуться в зал. Клуб «Раскардаш» угощает всех шампанским. Хорошая работа. Работать — мешки таскать. Славик не появлялся или я проглядел? Не появлялся, Артур Надирович. Странные люди. По-хорошему намекаешь, что долги надо возвращать. Не понимают. Ну что ж, мы люди не гордые. Намекнем еще раз. Королям тогда и девятки уйдут. Подкрались прям как я не знаю кто. Извините, Танечка, я не хотел вас испугать, честное слово. Вот, примите, так сказать, в знак искупления вины. Спасибо. Хамза у себя? Да, но к нему сейчас лучше не заходить. Он сердит, и аж искры сыпятся. Не один. У него серьезный разговор. Будем ждать. Шеф, клиент доволен. В конторе бабки капают. Значит, и вы довольны. В чем проблема-то? Скажите, пожалуйста, Андрей, вы инструкцию читали? Там русским по белому написано: клиента не оставлять ни на секунду. Пока вы там мордобоем развлекались, с ним могло произойти все, что угодно. Да кому он нахрен сдался? Вы лучше скажите, кто-то стукнул, что он мне за победу отстегнул? А он отстегнул? Много? Нормально. Никто же не думал, что я этого бугая сделаю. А я сделал. Так что, можно сказать, честь нашей конторы отстоял. Поощрить? Вы скажите прямо. Если надо поделиться, я поделюсь. Сколько? Процентов 10, 20? Нисколько. Деньги вам самому понадобятся, пока будете искать себе новую работу. В смысле? А вы уволены. Что? Свободны. Удостоверение. Смотри, куда прешь, корова. Очень самокритично. Только не корова, а бык. Чё ты сказал? Я говорю, что если у тебя нервишки шалят, так их нужно лечить. А перед девушкой придется извиниться. Пусти, сволочь! Толя, отпусти его. Он уходит. И очень быстро. Понтовщики дешевые. Понтярщики. Земля круглая. Увидимся. Да. А я думал, она квадратная. Заходи уже.
Что это с ним? Проф непригодным оказался. Представляешь, какая неприятность? А, ну, все понятно. А для тебя есть работа. Роман Саныч, вообще-то мне еще неделю отдыхать. Толь, а? Ну какой отдых при такой погоде? Потом догуляешь. Вы всегда так говорите. Правда? Да. Не замечал. Угу. Клиент перспективный. Грех упускать. Островский Вячеслав Сергеевич, 25 лет. Золотая молодежь. Чей-то сынок? Да нет, деньги заработал сам. Компьютерный бизнес. Мозги, говорят, у него золотые. Программист от Бога. Золотым мозгам понадобилась охрана? Да нет, не угадал. Договор с нами заключила его сестра. Как бишь ее? Сенчина Лариса Сергеевна. Знакомая Сенчина. Фамилия? Муж, который владелец завода газет пароходов? И еще очень много чего. Точно. Лариса опекает брата как мать родная и хочет, чтобы он был у нее под присмотром. Понятно. Добрый день. Здрасте. Вы Лариса Сенчина? А вы, вероятно, Тихомиров. Да. Ваш начальник очень подробно вас описал. Правда? Вас тоже. Роман Саныч вообще талант к составлению словесных портретов. Вот как? Интересно. А где мой подопечный? Сейчас подойдет. А вот и он. Видимо, у Славы были тяжелые переговоры, и он немного... Снял напряжение. Сам не знаете, как это было. Привет, каменная башка! Ларисочка, привет! Привет, сестренка! Привет! Вот. Ой. Иди уж садись. Соскучился по тебе. Привет, Рома! Да, как милый. Тут без меня? Извините. Выпить хочешь? Да, все нормально. Что-то не открывается. Рома, помоги. Хорошо, как скажешь. Рома! Да, дорогой. Я не знаю, что с тобой делать. Ну, смотри. Через полчаса буду. И я тебя целую. К сожалению, я не смогу с вами поехать. Давайте я познакомлю вас с нашим водителем. Рома? Добрый день, Лариса Сергеевна. Здравствуй. Знакомься, Тихомиров. Он будет у Славы телохранителем. Телохранителем? Да. Покажешь ему дом, поможешь устроиться. Вроде все. Можете приступать к своим обязанностям. Желаю удачи. Да. Анатолий. Роман. Давно у него работаешь? 2 года. И как? Сам скоро узнаешь. Слушай, а что, вот так тебе может любой позвонить в контору, ну, заплатить денег, и ты будешь охранять, как в кино, ну, груди защищать, все такое. Ну, любого не буду. Знаешь анекдот, когда мужик звонит в охранное агентство и спрашивает: скажите, вы гарантируете полную безопасность своего клиента? Угу. Говорит: да, гарантирую. Да. Ну, тогда подъезжайте к банку в 2 часа ночи. Ой, ну, Лен, ну, Лен, что ты? Вот так. Это отец его. В конце 90-х убили. Пошли. Ладно, давай тебя где-нибудь поселим. Ну что, Рома, показывай. Есть вариант, но он в конце дома. Показывай. Стильный домик. А мне он, если честно, не нравится. Почему? Поживи здесь, поймешь. Тут гостевая. Вид из окна хороший. Кровать большая, я бы эту взял. Правда, по утрам солнце шарашит прямо в окно. Да? А что у вас вот за этой дверью? Она же маленькая. Да? И кровать там полуторка. А-а-а. Ну, давай посмотрим все равно.
Ну, я же говорил. Да. Пожалуй, я здесь и поселюсь. Почему? Очень удобно возле лестницы. Можно контролировать все передвижения по дому. Вот ты ночью вздумаешь шастать, а я тут как тут. Ишь ты, типа днем и ночью на посту, что ли? Ага. Работа у нас такая. Интересно. Алло. Славик? А он сейчас не может подойти. Может передать что-нибудь? А ты кто? А я его телохранитель. Ты кто? Меня зовут Анатолий, я ваш телохранитель. Кто? Телохранитель. Бред какой-то. Тут звонил некто Кардаш, и я сказал, что… Трубку не бери больше. И вообще, чтобы духу твоего здесь не было, понял? Мне никакой телохранитель не нужен. Ну как, любимая? Нравится? Ну, пока не очень. Ну, это я снесу. Это я тоже снесу. А вот с тем корпусом пока еще не решил, что делать. Ну, наверное, тоже снесу. Пойдем, пойдем. Что покажем. Же останется? Да практически ничего. Все буду отстраивать заново. Да и тут крошится все. Надо ломать. А зачем же купил? Ты что? Борис, любимый, это же чистое золото. Да. Вот железная дорога рядом, шоссе рядом. А главное, все коммуникации подведены. Ты знаешь, сколько охотников было на этот завод? Виктор, ты как ребенок. Радуешься своей новой игрушке. Наша игрушка, любимая. Я тут через год-полтора такой построю. Я тут такое построю. Ну, пойдем. Пойдем, а тут пыли надышишься. Осторожно, осторожно, не споткнись.
С добрым утром. Я уж думал, ты мне приснился. Боюсь, что нет. А я боюсь, что да. Так, значит, я сейчас в душ, и когда я вернусь, от тебя должны остаться только неприятные воспоминания. Ясно? По-моему, замечательный план. Да, замечательный. Но, к сожалению, невыполнимый. Да? Это еще почему? Контракт с охранным агентством заключила ваша сестра, Лариса Сенчина. И только она может его расторгнуть. Да что за бред? Ты вообще сам понимаешь, что ты говоришь? Может быть, вам стоит поговорить со своей сестрой? Блин, она еще и советы дает. Да. Алло, Лариса. Ну, здравствуй. Ну, что за бандерлога ты мне подсунула? Угу. Да, стоит. Бассейном любуется. Ларис! Меня не нужно охранять! Не нужна мне никакая охрана! Завтра ему другой деньги заплатит, и он меня подушкой придушит. Или в бассейне утоплю. Я не знаю, в бассейне утоплю. Ты даже не представляешь, как я испугалась, когда на тебя напали эти типы. Ну, хорошо. Если бы я подарила тебе собаку на день рождения, ты бы тоже отказывался. Вот, видишь? Давай будем считать, что телохранитель – мой тебе подарок на день рождения. Да-да, не отказываются. И в зубы не заглядывают. Конечно, только ради меня. Вот и слава. Я тебя очень люблю. Да, с ней проще согласиться, чем переспорить. Ну что, охрана? Охраняй! Я сейчас в душ, можно, да, скажу? Или что, под конвоем? В душе вам ничто не угрожает. Я уже проверил. Вот радость-то какая! А где угрожает? Здесь, может быть, в бассейне угрожает? Или, может, вот там, на улице? Или где? Здесь? Я с утра проверил всю территорию. Скажите, а кто разрабатывал вашу систему наблюдения? Понравилось, да? Очень профессионально. Простите, как вас зовут? Анатолий. Анатолий. Так вот, Анатолий. Так вот, Анатолий, эту систему разрабатывал я. Прекрасная работа. Я знаю. У меня еще один вопрос к вам. Мне необходимо знать ваш распорядок дня. Мой распорядок дня? Простите, а как вас по отчеству, Анатолий? Валентинович. Анатолий Валентинович. Так вот, мой распорядок дня – это никакого распорядка дня. Вот так. Жаль, придется составлять. В его возрасте я огромные баулы со шмотками из Турции таскал. И самым большим развлечением было поспать. Хотя бы 8 часов. Помню, помню, папа рассказывал. Как вы на таможне уснули, проснулись, а сумок нет. Да мы тогда чуть с ума не сошли. Деньги на товар взяли в кредит, а ты говоришь клубы. Ну, не сердись. Просто Славик еще очень молод. Знаешь, если ему нужна охрана, я бы мог дать своих людей. Тогда бы он точно отказался. Ты же знаешь, как он ревниво оберегает свою независимость. Мне бы не знать. Ну вот ты опять сердишься. Нет, я не сержусь. Я не сержусь. Просто ты возишься с ним, как с малым ребенком. А он, между прочим, здоровый мужик. Причем очень и очень небедный. Наверное, он навсегда останется для меня маленьким, беспомощным мальчишкой у могилы отца. Прости. Ну, теперь ты расстроилась. Ну, прости, ты все сделала правильно. А я, дурак, сразу не понял. Знаешь, а давай я сейчас отменю все встречи и рванем мы с тобой на озеро. Ты и я. Давай? Раз на раз не приходится. То неделями никуда не выезжаем, то носим с по городу, как угорелые.
Ну, а может быть, есть какие-то места, в которых вы бываете постоянно? Ну, я не знаю. Кафе, рестораны, офис. Дома весь офис на компьютере. Даже машина к интернету подключена. У тебя тут птичка похулиганила. Где? Что это? Мать! Птичка! Рома! Ром! Ром! Ром, можешь вставать. Уже все взорвалось. Как достали меня его приколы! Когда-нибудь мое терпение лопнет! Ну что, а, где? Где хваленая реакция бодигарда? А если бы это не я был, гранат могла быть настоящей. Могла. Да. Ром, ну ты что, давай вставай! Только я вас видел. Что? Где ты меня видел? Ты меня видеть не мог. Ты спиной стоял. Стоял спиной. Ну? И вот здесь в отражении все видел. Ну что ты сидишь-то? Давай вставай. Через 15 минут выезжаем. Гранату заберете? Говори. Артур Надирович, у меня есть для вас новая информация по Славику Островскому. Он нанял себе телохранителя. Интересно. Похоже, Артур Надирович, он не собирается отдавать долг. Ясно. Пора предъявить ему счет с процентами. Я найму человека следить за ним. Ты возьми под контроль. Хорошо, Артур Надирович. Угу. Не хочу, чтобы он выкинул какой-нибудь фортель. Сядет в самолет, как на прошлой неделе, и тю-тю. Иди. Вячеслав Сергеевич поедет сзади. Так всегда же... Вот так вот, Ром. Мы теперь с тобой люди подневольные. Кинга. Кинга охраняли, да? Охраняли. Кинга шлепнули. Кеннеди. Кеннеди охраняли? Охраняли тоже. И тоже шлепнули. В Буш стреляли. Шлепнуть не шлепнули. Но попали. И это все при том, что у них охрана не меньше 100 человек было. И что ты вот хочешь сказать, что ты один сотни стоишь, да? Я даже десятка не стою. Ну вот. Видишь? Что оно и требовалось доказать. Только на Кеннеди было около 20 покушений. Их предотвратили. Только для него это слабое утешение, да? А если захотят тебя убить, все равно убьют. А ваша охрана – это сплошная показуха. Да, выманивание денег. Вот так. Ух ты, смотри, какая девочка! Так, Рома, тормози быстро! Не Ром, тормози, ты че? Езжай дальше! Ром, ну ты! Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Ты тоже просто жлоб. Да, молодец. Слушай, подожди, а сегодня четверг? Нет. А что? Да просто не хочу Ларисину мораль слушать. Она сюда по четвергам ходит, а я по 30-му числу. Традиция такая. Да. Кстати, тебе тоже надо постричь, а то хуже, как не знаю кто. Ну-ка, пойдем. Я в следующий раз. Ну, как знаешь.
Да. Новый салон красоты. Наблюдение установлено. Не люблю я эти тусовки у Славика. Помнишь, в прошлом году табун разукрашенных девиц в перьях? Зато как весело было. Да. Это же его праздник. Да, праздник-то его, но костюм шампанским залили мне. Ой, опять ты сердишься. Да нет, я не сержусь. Да? Даже забавно. Ну, я побежал, родная. Пока, дорогой. Возвращайся пораньше. Хорошо. Они вышли. Понял. Понял, до связи. За ними. Включи правый поворот и сверни налево. Разворачивайся. Зачем? Делай, что говорят. Ого, вечер перестает быть томным. Не останавливайся. Сейчас налево под кирпич. Налево нельзя, односторонние. Не спорь. Разрешите? Докладывай. Новости только хорошие. По казино прибыль увеличилась на 8%, по ресторану на 12%. Небо затянуло. Чем холоднее на улице, тем выше у нас посещаемость. В конце месяца обещали заморозки. А я не хочу. Я не хочу, чтобы моя прибыль зависела от погоды. Лучше реши проблему с Островским. Ясно? А? Хорошо, Артур Надирович. Остановись здесь! 5 нарушений за 3 минуты. А что сейчас было-то? Что за финты и дрибли? Мне показалось, что за нами следят. Показалось. А что тебе еще показал? Может, у тебя мои преследования? Садитесь в машину. Пожалуйста, забыл сказать. Рома, поехали. Рома, в офис. Еще внизу? Вот, да, да. Две подписи и все. Хорошо. Готово. Да. Ну-с, господа, владейте и распоряжайтесь. Как там у классика? Хороший пароход в хорошие руки отдаю. Вечером отметим сделочку? Ну, а как же? Я все устрою. Все отлично. А где? Отличное место. 3 вип-зала. Прекрасные девочки. Ну, все как надо. Не беспокойтесь. Договорились. Поздравляю. 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 Подарочек в клуб потащишь? Здрасте. Придется. Ну что, нормально. Стоп. Оп! Он свечку Блин. Держать будет. Ну все, да. Удачи. Ну что, все здорово? Вообще, смотри, как детки зажигают. Сразу видно, кому летом с жениками не повезло. Может, в Раскардаш переберемся? Не, я пас! Достал. Карвыш сегодня выход.
Дядь, поаккуратнее, ходи немного. Так, не понял. Толя, спокойно, ты не обознался. Все нормально, мы уходим. Диана. Все, пошли, пошли. Рада видеть. А кто это? Извините, можно пройти? А? Кто это? Свои. Ну ты даешь, красавец. Ну как ты усык, я уважаю. А твой-то? А? Как коршун налетел. Сестра до плохого не убирает. Молодец. Расслабься, солдат. Все в порядке. Я мириться. Оп, парни, это вам. Сергей. Без обид? Без обид. Славик. Давай, Павел. А я уже пару месяцев как переехала. Вот его охраняем. Чего не позвонила? Я, в отличие от некоторых, свой номер не менял. А зачем? Все ведь прошло? Как мама? Ты ведь у нее живешь? Мама в начале лета умерла. Прости. Среду. На острова. Да ладно. Море, солнце, девочки туземные. Завидуй, завидуй. А я что, здесь буду чахнуть? Да чахнуть. Дождь, асфальт. Да. Девочки в калужах. Парни, проведем, пойдем. Ребята, вы такие классные. Нам пора. Увидимся. Значит так, завтра? Не, а лучше послезавтра. Вот да. Всех приглашаю на острова. Договорились? Окей. Поедем на острова, едем. И тебя тоже. Славы. Все, все, увидимся. Все, пойдем, 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 Толя, пойдем. Опа! Рота! Подъем! Ну ты что, испугался, что ли? Слушай, спать в такой день – это вообще должностное преступление. И что сегодня за день? Сегодня мой день. День моего рождения. А, поздравляю. Спасибо. Спасибо. Я брюки одену. Можно? Можно, можно. Да, сестренка, привет. Спасибо. Ты первая, да. Дверь закройте. Да-да, спасибо, спасибо огромное. Доставку подарка я беру на себя. Сам поедешь? Так надежнее. Славик меня в лицо не знает, а народу соберется много. Разумно. Да, не волнуйтесь, я сейчас же позвоню нашему человеку. Начало в 9, но народ подтянется не раньше 10. Да, проведу. Стрелки. Ворошиловские. Ну, круто. Дай-ка я попробую. Так. Готово. Да блин, да из этой дуры никуда не попадешь. Слушай, можно я с тобой попробую? Выше цельтесь. И левую руку на упор. Так? Да.
А? Каково? Можно? Да, конечно. Хорошая игрушка. Соседи не возмутятся? Да нет, я думаю, нет. Я предупредил их. Сказал, что шумно будет, да еще вечером салют будет. Так что нормально все, думаю. Понимаешь, сегодня народу полно будет. Публика навороченная. Но у тебя явно наряд не камильфо. Я тебе купил такой белый костюм. Ну, как у Джеймса Бонда. Думаю, тебе понравится, да? Надеешь? Нет проблем. Белых тапочек не хватает. Сестренка, привет. С днём рождения, братец. Спасибо. Спасибо, спасибо. С днем рождения. Спасибо. Так это и есть подарок Ларисы? Да. Ну, вылитый Джеймс Бонд. Ну, сестра плохого не подарит. Ну, у меня подарок попроще. Но тоже имиджевый. Ну-ка. Ух ты, просто супер. Здорово. Толь, смотри, какая штучка. Такой бошку-то можно проломить получше, чем бейсбольной битой, да? Но выглядит как-то, как-то поэлегантнее выглядит, не? А? Спасибо. Спасибо большое. Как бизнес? Вашими молитвами. С днем рождения! О, кого я вижу? Здорово! А ты думал, я забыл? Нет, брат, это тебе. Спасибо. Ну как? Флешка с брюликами. Стильно. А то. Спасибо. Привет. Привет. Видишь, встретились даже раньше, чем ожидали. Ну да. Ларис, нравится? Красиво. Серег подарил. О. Вот так. Прекрасно выглядишь. Спасибо. Тебе тоже этот костюм идет. Если скажешь, что я в нем похож на Джеймса Бонда, я тебя покусаю. Но это действительно а так. Это что такое? Смотри, бутылка со спайными донышками. Узнаю Зиночку. В прошлом году она подарила со спайными горлышками, да? А в следующем году, наверное, подарит крест-накрест. Так, а это что у нас? Ну-ка, дай открою. Лошадь без головы. Да. Да. Как-то фантазии тоже маловато, да? Крестный отец только наоборот. Это от кого? Да какая разница? Ладно, пойдем. Прошу прощения. Минуточку внимания. Я очень всем благодарен, что вы пришли. Спасибо огромное. Спасибо. Вы все подарили очень много классных, прикольных подарков. Но самый лучший подарок, пойдем, Толь. Мне подарила моя сестра. Спасибо, сестренка. Спасибо. Умница. Итак, супер-бодигард. Настоящий терминатор. Он не только охраняет хозяина, но и заменяет его в некоторых пикантных ситуациях. Правда, для этого пришлось немножко усовершенствовать. Прошу внимания. Халле! А ничего. Пропади ты все пропадом. Ноги мои здесь больше не будет. Да, Роман Саныч. Тихомиров,
Слушай меня внимательно. На клиента сегодня будет совершено покушение. Не упускать его из виду ни на секунду, ты понял? Вы Вячеслава не видели? Кажется, наверх пошел. А что? Я поднялся на второй этаж, вбежал в его кабинет. Там было темно. Дальше. Увидел Романа с пистолетом в руке. Трижды в него выстрелил. Где он стоял? Возле окна. И куда делся? Я не знаю. Скажите, а вы всегда стреляете в людей без предупреждения? Он в меня целился, между прочим. И потом я в руку стрелял. Ничего себе. Андрей Анатольевич, подойдите. Ну что тут у тебя? Запись с видеокамеры. Опа. Ну, я, в общем, так и думал. Ах, Тихомиров. Нервничаешь ты, Тихомиров. Руки у тебя трясутся. Так будет лучше. Поверь мне. Ну что ты молчишь? Шутка тебе не понравилась, Тихомиров. Не нравится, когда над тобой смеются. Ну, конечно, ты же крутой. Ты у нас крутой, Тихомиров. Отвечай. А я его понимаю. Кому понравится, когда из него посмешище делают? Ну, психанул человек, а пистолет под рукой. Верно я говорю. Я в Романа стрелял. Что ты лепишь? В какого Романа? Не было там никакого Романа. А вы его нашли? Найдем, обязательно найдем. Про камеру ты забыл, Тихомиров. Или не знал, а? Ну что ты молчишь? Я же вижу, ты хочешь рассказать. Я хочу, чтобы на допросе присутствовал мой адвокат. А звонок другу ты не хочешь? Или помощь зала? Я отказываюсь давать показания без адвоката. А убивал ты без адвоката, а? Ох ты у меня заговоришь, Тихомиров. Ох ты у меня заговоришь. Стоять! Лицом к стене! Пошел! Ну почему? Ну почему я его заставила? Он что-то чувствовал, он так не хотел, чтобы этот охранник был рядом с ним. Лариша, любимая, ты хотела как лучше. Кто же знал, что так получится? Я сама наняла Славика убийцу. Понимаешь, сама. Родная моя,
Любимая, это была случайность. Славик неудачно пошутил. У тупого громилы сдали нервы. Нелепая, жестокая случайность. Господи! Ну почему? Ну почему? Какая несправедливость? Я хочу, чтобы он был наказан. Я хочу, чтобы он получил по заслугам. Я хочу, чтобы он до конца своих дней жалел о том, что он убил моего брата. Ты слышишь? Это я тебе обещаю. Он вообще пожалеет, что родился на свет. Олег Иванович, вызывали? Проходи, капитан. Что у нас с убийством Островского? Работаем, товарищ полковник. Плохо. Плохо работаете, товарищ капитан. Мне уже звонили. Родственник Сенчина, это тебе не шутки. В гостиную, там его не было. Потом побежал в кабинет. А ты вообще зачем искал? Вы же меня сами предупредили, что на клиента готовится покушение. Я? Ну да, я уже вещи собирал, чтобы уйти оттуда к чертовой матери, а тут… Ваш звонок. Мой звонок? Ну да. Ты уверен, что слышал именно мой голос? Время, время. У меня и так могут быть большие проблемы. Сейчас, сейчас все. Я вообще тебе в этот вечер не звонил. Ну, время! Как же так? Я не знаю, Толя. Не
не знаю. Думай. Я не понимаю, Соловьев. Свидетельские показания есть? Есть. Записи, камер наблюдения есть? Есть. Чего ты тянешь? Пиши заключение, передавай дело в суд. Что тебе еще нужно? Да у меня даже заключения баллистиков нет. Поторопи. Вечно они резину тянут. Все, уходи. Есть. Думал? Мне не в чем признаваться. Понятно. Упрямый, значит. Вот это знаешь, что такое? Мне отсюда не видно. Это результаты баллистической экспертизы. Можно взглянуть? Сам зачитаю. Так, предоставим для исследования образцы. А вот. Совпадение характерных царапин на несущей части оболочки пуль в контрольных образцах и образцах, предоставленных для исследования, позволяет сделать вывод о том, что предоставленные для исследования пули были выпущены с пистолета марки… Из твоего пистолета, Тихомиров. Я не стрелял в Островского. И денег ты тоже не получал. Каких денег? Больших денег, Тихомиров, больших. Вот это… Выписка с твоего банковского счета. За день до убийства Островского на твой счет было перечислено… Сколько? Я ничего не знаю ни о каких деньгах. Ну, конечно. Я представляю, как будет хохотать судья. Тебя взяли над трупом, камера показала, что в Островского стрелял ты, экспертиза это подтверждает. Кто и за что перечислил деньги на твой счет, ты не знаешь. Хороший комплект, да? Ты же умный мужик, Тихомиров. Должен понимать, что если будешь отпираться, тебе впаяют по полной. Мой тебе совет. Напиши признательное. Так, мол, и так. Состояние эффекта. Контора у тебя не бедная, адвокат не разорится. Годика 3-4 посидишь и выйдешь. За хорошее поведение ударный труд. Но зачем тебе десятку париться? Думай, Тихомиров, думай! Тебе конец. Хорошо. Я напишу признательные показания. Пиши, пиши. Привезли, голубчика. Кстати, Лёш, забыл сказать, шеф премию обещал. О, это хорошо. Ну, рассказывай. А что рассказывать? Я вошел. Где Островский был? За столом сидел. Ну, показывай, Тихомиров, показывай! Показывай. Я вошел, выстрелил, он начал падать. Ну, продолжай, продолжай. Вот сюда он упал, я сделал контрольный выстрел в голову. Показывай, как делал контрольный выстрел. Ну, вот так он упал, и я вот так выстрелил. Снял? В лучшем виде.
Я только одного понять не могу. Тихомир, зачем ты стрелял-то? Ты же ему мог как цыпленку втихую шею свернуть. Ведь мог? Мог. Мог. И потом, ну хорошо, выстрелил. А зачем ты на месте остался? Почему не сбежал? Почему не сбежал? Сбежал. Стоять! Сейчас на местах оставаться! Оружие на пол, быстро! Никому не дергаться, иначе я его пристрелю! Тихомиров, не дури. Пистолет сюда давай. Отпусти заложника. Ага, нашел дурака. Не дергаться! Зашли в комнату все. Все в комнату зашли, быстро! Быстро, я сказал! Пошел. Дверь закрой. А замок? Ну что, Соловьев, для променад. Давай, давай. Шагай. Ну и нашел ты себе геморрой, Тихомир. Теперь червонцем не отделаешься. Все равно ж поймают. Это уж как повезет. Дверь открывай. Выходи из машины. Пристегивайся. Руки, руки поднял. Как сбежал? Заложника взял? Да вы что там, груши околачивали? Слушай, ты хоть понимаешь, что подписал свой смертный приговор, а? Побег и захват сотрудника милиции. Тебе ведь этого не простят. Тебя кончат при задержании. В тюрьме меня кончат быстрее. Да кому ты нужен? Я сам хочу об этом узнать. Почем нынче стоит гостей в камеру подослать? Недешево, наверное. Ладно, давай сделаем так. Ты сдаешься, а я попытаюсь замять эту историю с побегом. Угу. Сделаем вид, что ничего не случилось. Лады? У меня другие планы. Всем постам! Сбежал особо опасный преступник. Тихомиров Анатолий Валентинович. Возможно, управляет автомобилем марки УАЗ с милицейской символикой. Принять меры к задержанию. Ну на что ты надеешься? Тебя возьмут на первом же посту. Да, тут ты прав. Где твое удостоверение? Зачем тебе? А я в детстве мечтал быть милиционером. Ты что задумал, Тихомиров? Капитан Соловьев, выходите из машины. А что делать? Да я ни в чем не виноват. Сейчас разберемся. Пройдемте. Совсем менты оборзели. Полный беспредел. Это не ментовский беспредел, а бандитский. Бандитский угон. А ты кто такой? Капитан милиции. Или уже не капитан. Лейтенант, во. О как. А че? Удостоверения нет, оружия нет. Да и мобильник жалко. Алло, Тань. Тихомиров? Таня, вопросы потом. Пробей по нашей базе. Адрес Романа Мирошниченко. Это водитель Островского. Толя, ты где? Толя. Виктор Владимирович. Да. Тихомиров сбежал. Что значит сбежал? Во время следственного эксперимента захватил заложники следователя и уехал на милицейской машине. Так. Черт знает что. Начальник убойного отдела. Олег Иванович. Виктор Владимирович. Да, я. Что у тебя там за бардак творится? Понимаешь, он заложника взял. Да мне плевать на твоих заложников. Когда поймаете? Скоро. Олег Иванович, ты знаешь, кому я могу позвонить? Он не уйдет, обещаю. Все.
Вот что, Михалыч. Пока там милиция раскачивается, поднимай своих людей. Денег не жалей, но из-под земли мне этого гада достань! Сделай, Виктор Владимирович. Аккуратнее кидайте. Слышь, Петрович, может, я у тебя наберу пару мешков капусты-то? Да мне не жалко, только здесь-то она сырая, ты вон там, под навесом набери. Да. Получше будет. Ну куда, куда? Вот давай на третий. Да, куда сюда складываешь-то? Дай сюда. Он тут. Сейчас возьмем. Все, начинаем. Вперед! Вы что, мужики, мне же разрешили! Я ничего не делал. Это не он. Не я. И это не он. Ноутбук. Так, он здесь, на складе. Вперед! Это тоже не он. Ну-ка, дай свой мобильник. А? Твою мать, а? Твой? Мой. А, все ясно. Вот урод, а. Опа. Выпей хотя бы чаю. Лариса, милая, нельзя так себя изводить. Выпей хотя бы пару глотков. Вот и молодец. Я поняла. Нашу семью преследует Рок. Сначала убили папу. Потом Славика. Ну что, что ты такое говоришь? Ты единственный, кто у меня остался. Я боюсь за тебя. Если с тобой что-то случится, моя я... Моя хорошая, чуть-чуть. Береги себя. Моя береги хорошая, ничего, себя, ничего, пожалуйста. Ничего плохого больше не случится. Я прошу тебя, ни со мной, пожалуйста. Ни с тобой. Отдохнул? Не поверишь. Как в раю. Не боишься принимать у себя беглого преступника? Нет. Во-первых, ты сам проник в мой дом. Я тебя не приглашала. А во-вторых, я не верю, что ты убил Островского. Голодный? Спасибо. Спасибо.
Я слышала 3 выстрела, а попаданий было 2. Чтоб ты промахнулся с 2 метров. Нет, ну хотя всякое бывает. Его убил Роман, да? Я не видел, как Роман стреляет в Славика. Кому-то очень нужно было повесить это убийство на меня. И у них это практически получилось. Но они тебя плохо знают. Шеф в курсе? Его связи бы тебе сейчас пригодились. Я не буду просить Хамзу о помощи. Ты его тоже в чем-то подозреваешь? Нет. Просто ему и так сейчас придется нелегко. Представляешь, какой скандал? Сотрудник его охранного агентства убил клиента. А если еще узнает, что он мне помогает? В общем, это моя проблема. Не решать. Ложись спать. Спасибо, Диана. Не за что. Я постелю тебя. На диване. Тебе нужно прилечь. Прилечь, отдохнуть. А я буду рядом. Я буду рядом. Ну что? Пока никаких следов. Михалыч, мне тебя учить нужно. Разыщи всех его родственников. Знакомых этого подонка. Баб его найди. Не мог же он сквозь землю провалиться. Да, и распорядись насчет машины. А как же Лариса? Я дал снотворное. Она спит. Понял. Значит, я отвожу клиента в аэропорт, а потом уже постараюсь что-нибудь выяснить. Самое главное, Роман. Да, с него и начну. Угу. Так. Я мобильник тебе оставила, да? Ты его подзаряди. Угу. В холодильнике сам все найдешь. А вот... Ключи запасные. Кажется, все. Пока. Машин заводи. Здравствуйте. Это программа «Криминальные новости» и я ее ведущий Александр Макаров. Сегодня в центре Москвы произошло вооруженное ограбление торгового центра. Около 5 часов утра в помещение магазина ворвались 4 преступников в масках и, ранив в ногу охранника, похитили 200 тысяч рублей. Одна из продавщиц магазина запомнила марку машины, на которой скрылись нападавшие. В городе был объявлен план перехват. Вскоре брошенная преступниками машина была найдена недалеко от места происшествия. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось выяснить имя владельца машины. Им оказался один из нападавших. Сейчас ведется поиск его сообщников. Как сообщил нам директор торгового центра, преступники, скорее всего, действовали по наводке. В данный момент сотрудников магазина взято под подписка о невыезде, с ними работают следователи. Напомним, что это уже второе подобное ограбление за этот месяц. Никто из них не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке. К другим новостям. Сегодня произошло ЧП на станции Преображенской Сокольнической линии.
Сотрудники метрополитена, прибывшие на место происшествия, извлекли тело упавшего под поезд человека. Им оказался Роман Сергеевич Мирошниченко, 1975 года рождения. По факту Алло? Гибели прокуратурой возбуждено уголовное дело. Да, Толя. И к другим новостям. Роман погиб. Как? В метро. Упал на рельс перед поездом. Толя, не верю в такие случайности. А тебе не кажется, что кто-то начал следы заметать? Кажется, кажется. Вот и мне тоже. Нельзя время терять. Согласен. Так, я в судмедэкспертизу. Хорошо, угу. Давай. Давай, созвонимся. Дианочка, здравствуй, дорогая. Дианочка, привет. Я буквально на минутку. Ну, началось. Ну, опять на минутку. Ну, что же это такое? 100 лет, в конце концов, не видишь. Нет, ну, посидели, пообщались. Честное слово, кофейку бы попили, чайку. У меня как раз перерыв. Ну, хорошо. Какие у тебя проблемы? Слава богу, никаких. Просто нужно кое-что уточнить. Ты не могла бы выяснить, кто делал вскрытие Вячеслава Островского? Тут и выяснять нечего. Профессор Лями. Он у нас самый лучший. Ты знаешь, такой живчик, такой замечательный старичок. А это он? Точно? Что точно? Что старичок замечательный? Нет, Ян, что он вскрытие делал? Ну, конечно, точно. Я сама протокол видела. Ну, пожалуйста, ну пойдем. Дианочка, ну на 2 минуточки, ну чуть-чуть. Прости, посиди. Яночка, ну, я тебя очень прошу. Ну, честное слово. Тебя никогда... Ничего не понимаю. Носится по городу, как угорелая. Ехала в центр. Развернулась, поехала в другую сторону. Ей кто-то звонил. Я видел. Она не просто носится. Она копает. Бегом в машину. Бегом в машину. Толь, я выяснила. Вскрытие Островского делал профессор Лямин. Окей. Он сейчас в судмедэкспертизе. Очень хорошо. Исторический обзор, тенденции, перспективы, все в меру, все на своем месте. Ну, просто блестяще. Спасибо вам, профессор. Это было совершенно несложно. У меня сохранились конспекты ваших лекций. Благодарю вас. Юра, вас подвести? Да. А, нет. Спасибо, Олег Сергеевич. Вы знаете, я... Ну, я люблю прогуляться. Ну, тогда... Ну, до завтра. До завтра, да. Всего доброго. Юра! Да? Не забудьте о статье напомнить. Обязательно. До свидания. День. Кто вы? Что вам надо? Не бойтесь, не бойтесь. Знаете, я боюсь только тещи и собственной пенсии. Успокойтесь. Ну-ка, немедленно выходите! А ну тихо, посмотрите. Зеленый свет. Поезжайте, профессор. И не подумаю. Вам что нужно?
Хотите меня грабить? Грабьте. Вам что, кошелек, жизнь, машину? Лев Сергеевич, мне просто нужно с вами поговорить. Ну хорошо, говорите, я вас слушаю. Это вы позавчера делали вскрытие Вячеслава Островского? И вы об этом со мной хотите поговорить? Именно об этом. Прочтите акт вскрытия, там все написано. Ну еду, еду! Вот, разгуделись. Ну долго стоять-то будем? Ты не заводишься. Ну хватит, подождите секунду. Господи, проезжай. Дайте машину завести, ну все, все. Освободи проезд. Надоели. Баллистическая экспертиза утверждает, что пули, извлеченные из тела, были выпущены из моего пистолета. Но этого не может быть, я в него не стрелял. Так вы что же? Следите за дорогой, профессор. Да, меня обвиняют в убийстве Островского. Единственный способ для меня доказать свою невиновность – это найти настоящего убийцу. Прекрасно вас понимаю, но все-таки вы обратились не по адресу. Патологоанатомы – это патологоанатомы, а баллистики – это баллистики. Мы пули извлекаем, они их исследуют. Это все-таки, как вы понимаете, разные епархии. Баллистики изучают те пули, которые им предоставили вы. Следите за дорогой. Я не обратился бы к вам, если бы не был наслышан о вашей безупречной репутации. Благодарю вас, сударь. Мне необходимо найти человека, который произвел эту подмену. От этого зависит моя жизнь. Ну, хорошо. Хорошо. Я попробую что-нибудь для вас сделать. Вот. Позвоните мне завтра. Спасибо, Лев Сергеевич. Остановите, где вам удобно. Мне здесь удобно. Тем более, что мы уже приехали. Молодой человек! Знаете, я бы с вами не стал разговаривать, если бы не одно странное обстоятельство. Очень странное. Какое обстоятельство? Представляете? У нас сегодня случилось ЧП. Лаборанты не досчитались одного трупа. И как вы думаете, чей это был труп? Островского. Его похитили? Я же сказал, не досчитались. К сожалению, иногда такое случается. Завтра жду вашего звонка. До свидания. Вот он. Сам вижу. Смотри, как затарилась. Мне бы этой еды на неделю хватило. Живет вроде одна, куда и столько. Да кто ее знает? Может, у нее аппетит хороший. Или гостей ждет. Или уже дождалась. Привет, как ты вовремя? Крендели не успеет как остыть. Пахнет божественно. Спасибо, родная. Единственное приятное событие за весь день. А ты чем-то расстроен? Какие-то неприятности на работе? Что? Я говорю, ты чем-то расстроен? Проблемы на работе? Нет, нет, все нормально. Я просто устал. Это погодное. Людмила Ивановна заходила из третьей квартиры, тоже жаловалась. Говорит, голова кружится, какая-то слабость во всем теле. А давление ей померила, но так и есть, низкое. Неудивительно. Сейчас погода туда-сюда. Левушка, иду, иду. Может, тебе давление измерить? Да-да, сейчас. Надя, сядем за стол. Давай, сидим твои замечательные крендели. Левушка, ты меня не слушаешь. Извини, родная, мне обязательно надо позвонить. Юра? Лев Сергеевич? Нам надо встретиться. Это очень срочно. Хорошо, но не раньше, чем через час. Да. В парке у Третьяковки? Да, по другую сторону от Третьяковки, да. А, Юра, извините меня.
Это правда срочно? Ну, хорошо. Да. Тогда договорились? Да, в общем, договорились. На Третьяковке подбросишь? Садись. А? Сергеич, здравствуйте. Что-то случилось? Юра, простите, ради бога. Вы знаете, как я вам доверяю. Конечно, в какой-то мере это и моя вина. Лев Сергеич, вы сейчас о чем? Да я об этом вскрытии, которое вам пришлось сделать вместо меня. Я об этом юноше Островском. Я был совершенно уверен, что все будет в порядке, иначе никогда бы я не подписал этот акт. Юра, вы уверены, что передали баллистикам именно те пули, которые извлекли из тела, а? Лев Сергеевич, вы напрасно беспокоитесь. Я сделал все как надо. Простите меня. Ради бога, сядем, Маша. Ну, сядем. Капитан Соловьев, убойный отдел. Скорую вызывайте. Срочно. Понял. Срочно! Третий товарищ период. Полковник! Скорую к третьему. Я на месте. Срочно. Да, милиция уже здесь. Как фамилия? Моя? Твоя. Якименко. Сержант Якименко оперативно сработал. Да, все под контролем. Седьмой прием. Хорошо, товарищ полковник, да. Я все сделаю. Из убойного уже здесь. Кто? Как кто? Следователь Соловьев. Идиот. Что? Какой Соловьев? Срочно задержать! А ну стой! Соловьев! Вот зараза. Здравствуй, родная, как ты? Привет. Получше. Голова немного тяжелая. Удалось хоть немного поспать? Уснула, как в омут. Проснулся, а тебя нет. Уходил куда-нибудь? Да нервы ни к черту. Поездил по городу, немного успокоился, а потом… Потом уже ложиться не имело смысла, поехал на работу. Пообедаешь со мной? Не могу есть. Я посижу с тобой.
Алло? Диана, профессор убит. А я, похоже, влип окончательно. Забери меня, слышишь? Чем быстрее, тем лучше. А ты где? Во дворах, недалеко от Третьяковки. Все, хорошо, оставайся на месте. Быстрее? Да, я еду сейчас. Я жду. Пасем мы эту бабу, пасем. А что толку? С чего ты вообще взял, что Тихомиров тут засветится? Печенкой чую. Видел я, как они в клубе ларьковали. Пойду проверюсь. Опа, назад. Ты чего? Сдурел, что ли? Вот она. Он неспокойный был последнее время. Не такой, как всегда. Будто его что-то тяготило. А еще то нападение. Ларис, я тебя прошу, не надо. Ты опять себя накручиваешь. Ты знаешь, у меня такое странное чувство. Глаза видят одно, а сердце подсказывает совсем другое. О чем ты, родная? Мне кажется, что с убийством Славика не все так просто. Я чувствую, что за этим кто-то стоит. Не надо. Не надо, родная. Послушай, тебе нужно отвлечься. Не могу. Не могу, не могу. Нужно, родная, нужно. Жизнь продолжается. Прогуляйся. Сходи в парикмахерскую, не знаю, пробегись по магазинам. Развеешься немного. А после похорон мы на пару недель уедем куда-нибудь, хорошо? Убийца Славика будет наказан. Это всего лишь дело времени. Ему сейчас некуда бежать. Пистолет убери. Раньше надо было суетиться. Теперь они никуда не денутся. И вычислил я его, как миленького. А ты говорил, дохлый номер. Знаешь, кто за рулем был? М? Некто Сизый. Это его кличка? Фамилия. Кстати, это он наведывался ко мне ночью в камеру. А ты его откуда знаешь? Коллега бывший, Хамза его недавно уволил. Хорошо бы узнать, на кого он теперь работает. Я думаю, на тех, кто сейчас так спешно следы заметает. Ты знаешь, мне кажется, что похищение трупа, смерть Романа, профессора, его ассистента – все это звенья одной цепи. Угу. Согласен. Убиты все, кто мог бы нам помочь. Ни одной зацепки не оставили. А может, поговорить с женой профессора? Что она может знать? Ну, вдруг. Нет. Она сейчас убита горем. Поэтому с ней нужно поговорить. Не тебе, а мне. Ну, поехали. Хорошо, хорошо. Поехали. Высадишь меня у ближайшего метро. А ты куда? Хочу наведаться в дом Славика. Осмотреть его кабинет. А. В конце концов, именно там все началось. Ваши коллеги уже приходили, расспрашивали, что я могу рассказать. Я была здесь, а он там. Присядьте.
Вы извините, что я... Нет, нет, это вы меня простите. Надежда Алексеевна, но я не знаю, может, люди какие-то незнакомые приходили. Или какие-то странные звонки были. Звонки? Ну, хотя 3 дня назад Леве позвонил Вадим Маслов, стариннейший институтский приятель, и попросил срочно приехать. А зачем? Да что-то сердце у него прихватило. Ну, возраст, понимаете? Да-да, конечно. В общем, Вадим один за городом живет. Совсем один. А у Лёвы как раз дежурство было в этот день. Ну, а другу-то как откажешь? Он Юру попросил аспиранта его подменить. А через 3 часа звонит, чертовщина, говорит, какая-то. Вадим утверждает, что он ему не звонил. То есть кто-то другой звонил по его просьбе, да? Нет, в том-то и дело, что Лёва отчетливо слышал голос Вадима. Он не мог перепутать. А Лев Сергеевич в тот же вечер вернулся домой, да? Нет, он приехал утром, да. Такой веселый, довольный. Говорит, в кои-то веки с другом посидели, поболтали. Вот, выходит, попрощались. Классный у этого Островского бильярдик. Скажи спасибо Сенчину за то, что сюда направил. Ладно. Пойду перекурю. Хорошо, давай. А ты территорию пока обойди. Хорошо. Первый, прием. Территорию обошел. Понял. Как слышно? Нормально. Прием. Первый, все чисто. Возвращаюсь в дом. Давай. Надежда Алексеевна, спасибо вам большое. Да что там? Вы мне очень помогли. Не стоит. Скажите мне, пожалуйста, правду. Лёва действительно был замешан в чем-то серьезном. В плохом. Ну что вы, Надежда Алексеевна? Конечно, нет. Вы же знали вашего мужа. Лев Сергеевич ни в чем плохом не был замешан. А тех, кто виновен в его смерти, мы обязательно найдем. Я вам обещаю. Жаль. Лёву этим не вернешь. Ну-ну. Вылезай, приехали. Сейчас в магазин надо зайти. Ага. Пойдем через двор, так ближе. Ну да, вот туда пошли. Ага. Пошли. Позвоним, конечно. Хорошая шутка. Стоят? Угу. Стоят. Может, вежливо у них поинтересоваться, на кого они работают? Я думаю, что они вряд ли знают заказчика. Им сказали следить, они и следят. Ты прав. Я всегда прав. Слушай, ты знаешь, у меня не выходит из головы,
Звонок профессору. Понимаешь, Лямин был уверен, что он узнал голос. Я тоже был уверен, что мне звонит Хамза. Тот же трюк. Повторяется наш незнакомец. Посмотри, что получается. Кто-то знал, что в тот день дежурит профессор, так? Так. Репутация профессора всем известна. Он на подлог не пойдет. Поэтому его звонком якобы от друга заставляют уехать из города. Он уезжает. Вместо него остается ассистент. С ассистентом проще договориться. И с ним договариваются. Так. Он заменяет пули из тела Островского на твои и отдает их на экспертизу. Только одна загвоздка. Что? Когда Лямину звонили, трупа еще не было. Славик был жив и отмечал свой день рождения. Значит, наш кто-то был уверен, что труп обязательно будет. Да. И заранее все подготовил. А все остальные разыграли его план как по нотам, включая меня. Да? Я лохматый. Ты? Да. Нет. Неправда. Почему? Я лохматый. Нет. Уже целый месяц в салоне не была. Какой сегодня день недели? Четверг. Слушай, подожди, а сегодня четверг? Нет. А что? Да просто не хочу Ларисе на мораль слушать. Она сюда по четвергам ходит, а я по 30-м числам. Четверг. Дело в том, что Лариса Сенчина по четвергам ходит в салон. Хотя она вряд ли, конечно, будет делать прическу через 2 дня после смерти брата. Легко проверить. В приличный салон дамы без записи не ходит. Ты чё? Братишка, так и шею сломать можешь. Заживёт. Денег заработать. Хочешь? Хочу. Молодец. Молчите вы минуту! Спасибо. Я не убивал вашего брата. Его водителя я тоже не убивал. Как? Роман тоже погиб? И не он один. Убиты еще 2 ни в чем не повинных людей. Господи, что вы такое говорите? Но зачем? Затем, что убийца вашего брата заметает следы и не останавливается ни перед чем.
и знала. Я чувствовала, что здесь что-то не так. А что вам от меня нужно? Я хочу найти убийцу вашего брата. И мне необходима ваша помощь. Но я ничего не знаю. Во всяком случае, вы знаете больше, чем я. Я уверен, что причина смерти Славика кроется в его прошлом. Хорошо, я расскажу все, что вы захотите. Только остановите машину. Мне душно. Зачем я плачу охране? Как это могло случиться? Он выманил водителя из машины, а потом увез Ларису Сергеевну. Кто он? Куда увез? Что ему нужно, ты выяснил? Кто-то же должен был его видеть. По описанию водителя, ну, в общем, это Тихомиров. Кто? После смерти папы мы со Славой остались вдвоем. Родственников у нас нет, а все папины друзья сразу куда-то подевались. Если бы не Витя, даже не знаю, как бы мы справились. Виктор Сенчин, ваш муж? Да, они с папой были партнерами. Когда папу убили, он взял на себя все хлопоты. Витя помог Славику поступить в университет, а потом мы поженились. К сожалению, когда Славик стал хорошо зарабатывать, они сильно отдалились друг от друга. Почему? Да у них характер очень похож. Оба ершисты, оба стремятся командовать и не любят подчиняться. Скажите, а конфликты между ними были? Да нет. У них точек пересечения практически не было. А разве ваш муж не помогал Славику поставить бизнес на ноги? Нет-нет, что вы. Славик все делал сам. Еще в университете с двумя сокурсниками организовал небольшую фирму, Мастерсофт. Что-то они там программировали. А потом, как это часто бывает, рассорились. Почему рассорились? Славик изобрел какую-то систему. Я в этом ничего не понимаю. Ей заинтересовались иностранцы, предложили купить. А партнеры по Мастерсофт стали требовать свою долю. Брат тогда ужасно расстроился и решил уйти из фирмы. Собственно, когда он стал работать один, дела его сразу пошли в гору. Скажите, а эта фирма еще существует? Даже не знаю. А почему вы все-таки решили нанять Славику телохранителя? Мне кажется, Славика что-то очень тревожило последнее время. А потом еще этот случай. Какой случай? На него возле клуба напали какие-то хулиганы. Название клуба не помните? Он говорил нелепое какое-то название, то ли раздрай, то ли ералаш. Может быть, раскардаш? Да, да, именно раскардаш. Славик тогда не придал этому значения, а я очень за него испугалась. Ну что, вам пора. Ваш муж уже, наверное, всех на уши поставил. А мой водитель и охранник? Не переживайте, с ними все в порядке. Они наверняка уже дома. Вы найдете тех, кто это сделал со Славой? Я постараюсь. Постарайтесь. Пожалуйста. Раскардаш. Да, записала? А чем тебя заинтересовал этот клуб? Славик упоминал это название. Угу. Кажется, ему очень не хотелось там появляться. Ну хорошо. Я постараюсь что-нибудь выяснить. Я пока займусь его бизнесом. Что-то мне подсказывает, что там все не просто так. Thank you.
Да-да. Добрый день. Мастер Софт? Ну, наконец-то. Вы из Сиберлинка? А мы ждем, ждем. Проходите. Я Дима, это Валера. Присаживайтесь. Кофе? Спасибо, только я не из Сиберлинка. Извините, должен один клиент подойти, так что... Ладно. Кофе? Да, если можно. Скажите, пожалуйста, а вы давно здесь работаете? С рождения. С момента основания фирмы. Собственно, мы ее и основали. А, значит, вы хорошо знали Славика Островского. Ну, знали это мягко сказано. Был такой прискорбный факт в нашей биографии. Но мы уже давно со Славиком порвали все отношения. Вы из милиции? Нет, моя фамилия Тихомиров. Меня обвиняют в его убийстве. Как? А убийцу же арестовали. Я сбежал. Вы, конечно, можете позвонить в милицию. Но... Может, лучше кофе выпьем? Олег Иванович, не вешай мне лапшу на уши! Я знаю одно, преступник разгуливает на свободе, а вы ни хрена не делаете! Милиция, твою мать! Лариса? Все нормально. Господи, боже мой, где ты ее нашел? Лариса Сергеевна сама приехала. Сама? Ларис, что случилось? Все в порядке. Тебя Тихомиров увез? Да, Тихомиров. Не волнуйся, ничего страшного. Просто он хотел со мной поговорить. Как поговорить? Что, убийца решил поговорить с сестрой жертвы? Ты знаешь, я теперь совсем не уверена, что убийца он. Поначалу этим и зарабатывали. Славик искал заказы, а мы с Валерой писали программы. Да, у него был талант охмурять клиентов. Какую-то пустяшную программку мог запросто продать по цене операционки. Обманывал? Программа стоит столько, сколько клиент готов за нее заплатить. А Славик умел уговаривать. Да, обман начался, когда он нашу с Димой разработку выдал за свою. А как это возможно? Да элементарно. Вы сидите, пишете, придумывайте, советуйтесь с друзьями, стройте планы. Да-да. А в один прекрасный день узнаете, что гениальный русский программист Вячеслав Островский продал свою разработку крупнейшему интернет-поисковику. То есть просто кинул? Да вся его деятельность, блеф, мыльный пузырь. О какой сумме шла речь? Ну, судя по тому, как он быстро раскрутился, сумма была приличная. Мы сперва хотели в этом покопаться, но... Бросили эту затею, все равно никому ничего не докажут. Ну и тут не все так просто. Мы с Валерой как-то сидели, прикидывали, чудес не бывает, а Славик слишком быстро взлетел и очень лихо раскрутился. Для такого подъема необходимо дополнительное финансирование. Откуда? Мы бы и сами хотели узнать. Если бы мы могли взглянуть на его финансовую документацию. Я слышал, что некоторые хакеры при желании могут скрыть даже... базу данных Пентагона. Ну, эти байки слишком приукрашивают действительность. Нет, мы, конечно, можем попробовать что-нибудь раскопать. Но для этого понадобится время. Может быть, даже не один день. Да. У меня все равно нет выбора. Вот телефон для связи. Если что-нибудь нароете, сразу звоните. Я очень рассчитываю на вашу помощь, парни. Хорошо. До связи. Спасибо. Да, Диана. Я узнала про Раскардаш. Хозяин клуба. Кардаш Артур Надирович. Тип довольно скользкий, опасный. В начале 90-х годов отсидел за рэкет. И сейчас, похоже, этим тоже не гнушается. В клубе у него играют по-крупному. Он сам лично принимает ставки на тотализаторе. Это скачки, спортивные соревнования и даже бои без правил. Интересное заведение. Да уж куда там интереснее. С должников трясут деньги его головорезы. Говорят, у него их целый штат. Можно лишиться и бизнеса, и квартиры. Я так понимаю, что в особо показательных случаях даже жизни. Так что, Тихомиров, если ты решил туда наведаться, ты слышишь меня? Я с тобой. Исключено. Если это то, о чем я думаю, разговор предстоит серьезный. И дамам при нем присутствовать не стоит. Жди меня дома. Пока. Сделай, пожалуйста, так, чтобы я о Тихомирове больше не слышал. Ты мне...
меня понял? Понял. Никогда. Сделай, Виктор Владимирович. Хорошо. Чай готов. Спасибо. Ну чего? Кардаш подъехал. Проверь зал, а я пока второй этаж обойду. Понял? Да. Это последнее, закрывай. А он и говорит, а где здесь да нет план? Никакой проблемы. Хрена. Что для прокурора взятка, для адвоката гонорар. Да это же... Девочки, тихо. Кто там? Почему ты такой грустный, а? Развесели, Ванжел. Чао. Что желаете? Добрый вечер. Минералочка с лимончиком сделайте. Хорошо. Девочки, мы на минутку. Пойдем. Ой, ну ладно. Давай. Вы куда? Сюда нельзя. Добрый вечер. А с туалет? Не здесь. А, извините. Он там сидел. Вы не ошиблись? Да это точно он. Какой энергичный. Черт. Попробуй на раз. За мной. Быстро. Ты что здесь делаешь? Нечего одному по кабакам шастать. Ага. Пошли. Уйдем через подвал. Я здесь постою. Еще как. Да, я люблю агрессивную игру. Просил Азат. Господа, ставки сделаны, ставок больше нет. Касту, пожалуйста. Попробуй на кассе. Пас. Очень возможно, что считаете. Спасибо. Не такое бывало. Поздравляю. А ну, подожди. Здравствуйте. Кажется, мы влипли. Если не ошибаюсь, господин Тихомиров. Надеюсь, у вас найдутся веские объяснения вашему появлению в моем клубе. Найдутся. Иначе я бы вас не потревожил. Начну с того, что все мы в той или иной степени пострадали от Славика Островского. Меня обвиняют в убийстве, которого я не совершал. Ваши проблемы никого не интересуют. Давайте поговорим о ваших проблемах. Вам Славик задолжал очень серьезную сумму, которую не собирался отдавать. Ваши люди его припугнули, немного поколотили, но это не принесло ожидаемых результатов. Верно? Продолжайте. Затем вы установили за Славиком слежку, а на день рождения сделали ему последнее предупреждение в стиле крестного отца. Подарили статуэтку лошади без головы.
Допустим. Так вот, я уверен, что был кто-то еще. И этот кто-то тщательно спланировал убийство, совершил его и подставил того, кто подходил для этой роли лучше всего. То есть меня. Интересная версия. Очень интересная. Какие у вас красивые руки. Очень красивые. Кто был еще? А я не знаю. Пока не знаю. Я должен знать, кто порешил этого фраера. Долг перешел на него, а я хочу получить свои бабки. Я найду его. Не сомневайтесь. Найдите и получите свою долю. Мы в долгу не останемся. Про Кардыша. Одни догадки и предположения были. Что значит догадки и предположения? Ну... Ой, Тихомиров. Ну что, Тихомиров? Версия о том, что Славик задолжал Кардышу много денег, и этот старый бандит его убрал, имела право на существование? Имела. Как ее можно было проверить? Только блефовать. Тихомиров. Что? Ты авантюрист. Что? Да, но в сухом остатке у меня больше ни одной версии не осталось. Угу. Да, Дима? Мы немного потрясли виртуальный офис нашего общего знакомого. Кое-что нарыли, но пока по мелочам ничего существенного. Да, к утру надеемся расколупать что-нибудь более серьезное. Хорошо, если что-нибудь найдете, сразу звоните. В любое время. Пока. Что это? Помощники. Но мой самый лучший помощник – это ты. Знаешь, я сегодня подумал, когда мы стояли в подвале, что если эти головорезы на нас бросятся, мы их куски порвем. Чего? Я прав? На дорогу смотри. Да. Я всегда прав. Слушай, я все-таки как не понимал, так до сих пор и не понимаю. Чего ты не понимаешь? Ну почему мы с тобой расстались? Потому расстались, что ты не понимал. Нет, ну все-таки. Ну ладно, если бы мы там ругались или, я не знаю, изменяли. Слушай, может, ты себе нашла тогда кого-нибудь? Что? Дурак. Да. Что да? Ты же знаешь, что у меня никого не было. Ну, тогда я совсем ничего не понимаю. Все же нормально было. Ну, в этом-то и была вся проблема. Ты мне цветы дарил. Да. И тебе котлеты жарила каждый вечер. Потом мы любовью занимались. Что, плохо было? А с утра ты просыпался уже такой... озабоченный какой-то. С этой морщинкой на лбу. Ты же знаешь, у меня была работа, учеба, аспирантура, диссертация. Ну, да. Ты работал, я работала.
Вообще мы с тобой дико занятые люди были. Да. А мне вдруг в какой-то момент страшно стало. Что вся жизнь наша так и пройдет с тобой. Озабоченным. Все мы успеем. Карьеру сделать. И денег заработать. А жизнь-то вот она. Мимо проходит. Мимо. Слушай. Ну вот скажи. Твоя нынешняя жизнь лучше? Нет. Что и требовалось доказать. Алло, вы где? Уже подъезжаем. Хорошо, ждем. Ты знаешь, я первый месяц, когда в Питер приехала, была как одержимая, я везде моталась. Я на концерты, ночные клубы, на выставки какие-то. Зачем мне все это надо было? Я сейчас совершенно не понимаю. А тогда ведь, знаешь, казалось, что это... Ну как же, вот она, свобода. А потом вдруг я... Приехала домой однажды и поняла, что не хочу никуда. Все как-то так, знаешь, пусто. Вот эти котлеты. Их пожарить-то уже и некому. Нет, цветы дарили. И не только цветы. Был один даже из этих мини-олигархов. Сантехникой занимался. Я как об этом узнала, я без смеха смотреть на него не могла. На чем ваш муж себе состояние сделал? Ну как на чем? Ну, не тазах. Все мне какие-то не такие попадались. Не такие умные. Не такие смелые. Не такие вредные. Это комплимент тебе, между прочим. Толь, ты спишь? Ну и хорошо. А я тогда вдруг поняла. Что я так хочу детей. От тебя. Наконец-то. Все, начинаем. Пошли. Что так долго? Колесо пробили. Пошли. Останешься в машине. Ага. Их здесь нет. Видимо, они ночевали в другой квартире. Как они ушли? Я же сказал, с подъезда глаз не спускай. Я не спускал, не выходили они. Может, это
Что это, через форточку вылетели? Через верх по крыше и другой подъезд. А почему не проверил-то? Так команды не было. Команды не было. Будешь сам перед шефом оправдываться. Лавиновый скрипт должен пройти. Угу, сейчас попробую. Расканируй порт. Есть свободный. Ага, отлично. А теперь отправим SQL-запросик. Оба, скушал. Против лома нет приема, а? Ага. Так, посмотрим, что у Славика по сусекам припрятано. Опа. Ну-ка. Нифига себе. Обалдеть. А Буратино был совсем не бедный, а? Звоните Хамирову. Алло. Алло, не разбудил? Нет. Мы все-таки взломали его. Есть кое-что очень интересное. Хорошо, я сейчас приеду. Очень. Все, еду. Все, пока. Это кто? Программисты. Ты спи, спи. Я с тобой поеду. Куда? Давай иди, я быстро. Я знаю, как тебя одного отпускать. Ладно, забирайся. Угу. Только быстро. Тебе не влетит от твоего, если он узнает, что мы в его квартире хозяйничали? В мои обязанности входит следить за квартирой в отсутствие клиента. Да? Да. Ну, вот чего ты вскочила, а? Могла спокойно еще часа в 3 поспать. Тихомиров. А? Тебе никто не говорил, каким ты в старости будешь? Каким? Ты будешь вредным, жутко занудным стариканом, вроде твоего Хамзы. Ты меня недооцениваешь. Витя! Вить, ты дома? Алло? Витя, ты где? Дорогая, я в офисе. В офисе? Да, мне срочно пришлось уехать, не хотел тебя будить, зайчонок. Зачем ты меня обманываешь? Я обманываю? Ларис, ложись спать. Потом поговорим. Мы посмотрели отчеты по контрактам. Прибыль у фирмы Славика была чисто символическая. Как и предполагалось, мыльный пузырь. Красивая обертка, а внутри пшик. Я что-то не пойму. А откуда у него деньги, если фирма едва сводила концы с концами? В том-то и дело. В течение нескольких лет он откуда-то получал серьезные суммы денег. И каждый год эти суммы увеличивались. Как бизнес? Вашими молитвами. А откуда поступали деньги? Пока непонятно. Мы проследили цепочку и уперлись в счет в немецком банке. А установить плательщика можно как-нибудь? Вот если бы покопаться не в виртуальном офисе, а залезть в рабочий комп Славика? Пустой номер. Дом сейчас усиленно охраняется, вся территория напичкана камерами слежения и специальным оборудованием. Славик сам разрабатывал систему. Он что, так и сказал, что он сам ее разработал? Да, что? Да это мы с Димой тогда занимались разработкой охранных систем. А делом Славика было только их продавать. Если вы возьмете на себя людей, то я мог бы попробовать договориться с техникой.
Лариса? Господи. Что ты наделала? Две подвижные камеры по краям ворот. Перекрывают дорогу. Также стационарные по всей территории. А вдоль забора есть мертвая зона? Нет, инфракрасные датчики плюс датчики движения везде. А, такая конфигурация у нас в прайсе называлась. Форт Нокс. Изображение выводится в будку охранников и на мониторы в доме. Дублирование системы я сам придумал. Так, значит, видеокабель ведет к будке. Осталось только подключиться. А сколько человек в будке? Один, остальные в доме. Очень хорошо. Ты куда? Шла. Ну что? Приглашай девушку в гости. Ну, заходи. Живой, а? Через пару часов оклемается. Справишься? Сейчас, сейчас. Я эту программу разработал, я ее и сломаю. Быстрее, у нас мало времени. Угу. Так, сейчас, сейчас. Что? Ничего. Покусай. Записываем 5 секунд изображения. Вот. И закольцовываем. Все? Готово. Вокруг дома теперь можно хоть на танк ездить. А на монитор чисто. Идем, идем. Да. Здрасте. Ты кто? Ку-ку. Это здесь его? Да, давай, давай, у нас мало времени. Приступай. Да что за черт, а? Что такое? Не включается. Ничего не понимаю, ну как лузер, а? Так, если... Нет. А, это я...
Интересно. Сейчас, сейчас. Процесс пошел. Что значит все? Извините, я запустил передачу файлов на наш офис. Ну, пусть Валера разбирается. Чайник без руки. Фух. Опа. Ну, наконец-то. Славик, Виктор, зачем? Зачем ты это сделал? Ради денег? Тебе что, мало? Сколько еще нужно? Заводов, банков, фирм? Дура. Дура. Ты ничего не понимаешь. Скажи, тебе было плохо со мной? Просто скажи, плохо? Ты чудовище! Как ты мог? Да для кого я здесь пашу круглые сутки? Для нас с тобой! Зачем ты сюда сунулась? Ты же все испортила. Говорил мне папа, не надо с тобой связываться. Я тебя ненавижу, слышишь? Слышишь, ненавижу! Пусти меня! Виктор Владимирович. Запри. Что? Запри! Пойдемте. Теперь же все равно. Да. Теперь терять нечего. Я вошел, было темно. Я увидел Романа с пистолетом. Подожди, так ведь темно же было. Света с улицы было достаточно, он стоял около окна. Я присел, трижды в него выстрелил, зажегся свет. Я встал, споткнулся о шнур. Романа уже не было в комнате. Мистика какая-то. Куда же он делся? Он же не мог в окно выпрыгнуть. Не мог. Там на улице было много людей. Очень интересно. Что? Говорите, свет зажегся и ваш Роман пропал. А стоял он возле окна, а? Ну? Около двери должен быть такой маленький глазок. Это камера проектора. Вообще-то их нужно 3 штуки. Зачем? Погасите свет. Погасите, погасите. Сейчас покажу. Все дело в дыме. Смотрите. Ответьте. Повторяю, пост номер 1. Немедленно выйдите на связь. Почему вы молчите? Прием! Прием! 3 проектора давали псевдообъем на изображение фигуры. Угу. А роль экрана выполняло облако дыма. Подождите, а как же запись с камер слежения? Что? Ничего. Тоже не загадка сфинкса. Не понимаю. Смотрите, что мы видим. Славик падает. Ну? Сейчас.
А теперь смотрим другую запись. Толя стреляет. А что будет, если эти два фрагмента показать одновременно, а? Я врываюсь, стреляю в Славика, он падает. Все просто. Пост номер один, что у вас случилось? Ответьте! Прием! Сейчас же доложите о ситуации, прием! Пост номер один, выйдите на связь! Коля, ты слышишь меня? Нападение на объект. Да, слушаю. Ты где? На базу еду. В дом Островского кто-то забрался. Это он. Точно говорю, Тихомиров. Твое мнение меня не интересует. Поезжай и проверь. Еще раз облажаешься? Понял. Я с тебя шкуру спущу. Все! Пора ехать. Димыч, ты долго? Сейчас, сейчас. Еще чуть-чуть. Давай заканчивай. Здесь что-то интересное. У меня голова кругом идет. Ты не одинока. У меня уже который день голова кругом идет. А эксперты докажут фальсификацию записи с камер? Если мы успеем им об этом рассказать, у нас гости. Черт. Все, собираемся и быстро уходим. Да. Дим! Сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас. А пошли, пошли, пошли! Я нашел! Я нашел файл с планом дома. Этот ход ведет прямо в гараж. Прикольно. Пошли. Дима! Бегу, бегу. Только бы они нас не догнали. Не переживай. Они здесь появятся не скоро. А там здесь снайперы! Разбежались по деревьям. Окружаем дом! В доме снайперы. Не знаю сколько. Что за... Вперед к дому! К дому вперед! Двое обходят по периметру, остальные со мной. Сторожат, твою мать. Сколько их? Трое. Два мужика и баба. Двое наверх. Ты во двор. Мужики, меня-то развяжите. Страшно? Пойдешь первым, Сусанин. Не понял. Сизый, смотри! Они ушли через черный ход! Бегом за ними! Бегом!
Бегом все во двор! Бегом! Они уходят, мать вашу! Стреляй по машинам! Сзади. Ты знаешь, меня это почему-то не огорчает. А клевая шутка с лазерами, кому расскажу, не поверят. Поэтому и не надо никому рассказывать. Посмотри там под подлокотником. Вау! Супер! Скоростной интернет, обалдеть! Пользуйся, хакер. Узнай, что там у Валеры. Сейчас. Все в порядке. Изучает полученные данные. Скоро мы все узнаем. Так, это потом. А это что? Если я не ошибаюсь, это запись убийства Сергея Ильича Островского, отца Славика и Ларисы. А? Действительно, очень интересный кадр. А ну-ка, скопируйте ко мне его. Пожалуйста. Давай быстрее, чувусь, как беременные тараканы. Готово, можем ехать. Загружайся. Так все не войдем. А я всех и не беру. Да. Только что поставили колеса. А как я их догоню? Они, наверное, уже в городе. Понятно. Куда мы? На Кудыкину гору. К шефу на клизму. Давай, бегом, машина! Бегом! Живей! А я как? Сказать как или уже понял? Козел. Козел, говоришь? О! Дима передал файлы из домашнего компьютера, и я нашел, откуда происходило ежемесячное финансирование Славика. Ну и откуда? Из России, но через немецкие корреспондентские счета. Я сейчас как раз уточняю отправителя. Так, а это что? Тихомиров, слушай меня внимательно. На клиента сегодня будет совершено покушение. Не упускать его из виду ни на секунду. По-моему, это ваш голос. Ну, домой. Только я этого не говорил. Я этого не говорил. Да и потом я Толю по фамилии много лет только в шутку называю. А это серьезный разговор. Ну, всю фразу не говорили, а по частям наверняка. Склеили из разных фраз? Угу. Так-так-так, а это что? Это мы не заказывали. Что случилось? Кто-то вошел в сеть под паролем и логином Славика. Черт. И уничтожает файлы. Откуда вошли? Можно установить? Да, можно. Ты можешь проверить, там Валера что-нибудь выяснил? Легко. Динамики тут дрянь, но услышим. Ага, Валера на связи. Мы уже подъезжаем, как у тебя дела? Валера сейчас очень занят. Кто это? Не переживай, это свои. Здравствуйте, Роман Саныч. Как там у вас? Здравствуй, Толя.
Тут кто-то орудует в сети под видом Славика. Валера сейчас выясняет, откуда вышли на связь. И что? Выяснил? Выяснил, Толя. Но соваться тебе туда опасно. Ты так достаточно поработал, а остальным пусть милиция занимается. Роман Александрович, это дело меня касается больше остальных. Я в него влез, мне его и распутывать. Я знал, что тебя не переубедить. Вот откуда сигнал. Валера передал. Это какой-то заброшенный завод. Очень интересно. Тихомиров, ты что задумал? Пока толком не знаю. На месте разберусь. Извини, но твои приколы на сегодня закончились. Метро уже открыто, до дома доберешься. Да ладно вам, я же помогал. За это тебе отдельное спасибо, но дальше мы сами. Дим, пойми, это для твоей же безопасности. Ну все, Дим, давай, он прав. Не тяни время. Пока. Может, назад пересядешь? Пока доедем, полежишь, отдохнешь немножко. Нет, Тихомиров, знаю твои штучки. Я сейчас выйду из машины, а ты по газам и был таков. Езжай давай. Обидно недоверие. Да знаю я, который час. Только ты, Олег Иванович, все равно вставай и орлов своих на крыло ставь. Ну? Я тебе такой материал дам, что ты не только звездочку на погоны, но и кресло повыше и помягче, чем сейчас получишь. Ты серьезно? А я с тобой когда-нибудь шутил? Добро. Вот то-то же. До встречи. Да, дела. Приехали. Вроде никого. Дальше пешком. Стой. Это машина Ларисы Сечина. Давай так. Идем, идем. Давай разденемся. Я поверху пойду. Ты по низу пройди. Давай. Встретимся внутри. Давай. Я тебя прошу, будь осторожна. И что мне сейчас с вами делать? Убить! Не двигаться! Славик? Я ее убью! Брось пистолет! Я ее убью! Брось пистолет! Лови! Вставайте. Вставайте скорее, уходим. Шевелись. Скорей! Ага. Он здесь, быстрее. Черт! Да, мы подъехали. Точно, считай, мы его нашли. Ты за мной. Вы двое на лестницу. Бегом! Вниз, по лестнице, быстро! Ага. Лариса, что с вами? Ногу подвернула. Бегите, он может очнуться. Бегите! Берегите его. Да куда он денется? Я алиби его. Шагай давай. Идите. Спрячьтесь. Скоро подоспеет помощь. А где же ты, родная? Я знаю, ты здесь.
дальше, а? Нет, ну скажи! Ну здорово же, да, придумал? Класс! Ну скажи, класс! Да а? Иди ты уже! Так, приходи. Надо передохнуть. Пули мои достал, когда мы по манекенам стреляли? Да! Из мешков выковыривал. А звонок от Хамзы? Да все просто, это детские штучки. Ну берешь два разговора, делаешь из них один. Да все, убери руку! Из кабинета ты по секретному ходу выбрался. Молодец, молодец, догадался. А на другом конце тебя уже ждали люди Сенчина, да? А здесь осечка вышла, понимаешь? Перехватил меня зятек, перехватил. Чей труп ты оставил в кабинете-то? Я тут знаю. Чей привезли, тот и подложили. Помощник профессора постарался. Слушай, ты прям бульдозер какой-то. Молодец, все роешь. Перекройте все выходы! Ищите их! Ищите! Давай, давай! Они не могли далеко уйти! Черт! Знаешь, какой вопрос меня интересует больше всего? Какой? Почему тебя Сенчин сразу же не пристрелил? Нифига ты не догадался. Сенчин не мог меня прикончить, потому что, прикончив меня, он поставил бы крест на своей жизни. У меня Сенчин вот где был! Подожди, Толя! Послушай, Толя! Большая сумма уже лежит на твоем банковском счете. Я тебе даю столько же. Ты меня сейчас отсюда выводишь, а потом отпускаешь. Договорились? Не получится. Хорошо, Толь. Назови свою цену. Сколько? Толь, ты идиот или прикидываешься? Это огромные деньги. Толь, ну что ты за дурачок? Ну послушай ты! Да заткнись ты! Здесь. Я знаю, что ты здесь. Печенкой чую. Тихомиров! Пистолетик брось. Че вцепился-то? Очень хорошо. Выстрелить хочешь? Давай. Знаешь, сколько народ прибежит? Ну, тебе-то с дыркой в башке от этого легче не станет. Тебе тоже, ты проиграешь. А ты не любишь проигрывать, Тихомиров. Да, Тихомиров? Ты же у нас супермен. Звезда охранного бизнеса. А что, Тихомиров, может быть, по-мужски? Попробуем, слабо? Слабо, Тихомиров? Ну, давай. Хорошо получилось. Да. А то вам мальчишкам, а лишь бы подраться. А. Пошли. Господа бандиты, вы хотите пользоваться руками? Предупреждаю, что при попытке сопротивления будет применено оружие. Кавалерия, как всегда, вовремя. Мой тебе совет? Бросай ты это дело. Я уже 2 года не курю и чувствую себя великолепно. Да ладно. Ты леденцы не пробовал никогда? Стене! Очень помогает. Стоять, коза! Руки за голову! Не дергаться! Пусти рынка, сука! Свидимся, Тихомиров. Садись давай. Ну ты хоть понимаешь, от каких ты денег отказался? Че думаешь, меня пасать, да? А я никого не убивал, понимаешь? Зато в твоем компьютере обнаружили очень много любопытного. Как? Подожди, стоп. Диск должен был полностью стереться. Извини, я ногой за шнур зацепился и обесточил его. Ух!
Ты бык неуклюжий! Ты что, нет, ты думаешь, меня посадят, да? Там кроме налогов никакого криминала нет! Меня через полчаса отпустят, понятно? Олег Иванович, ну наконец-то! Этот ваш маньяк тут столько народу перебил! Здрасте. Гражданин Сенчин, вы арестованы по обвинению в убийстве Островского Сергея Ильича. Что за бред? Олег Иванович, я требую адвоката. Вы слышите? Адвоката? Пожалуйста. Сержант. Что происходит? Проводить гражданина. Олег Иванович. Я думаю, что он уже вряд ли найдет адвоката, который поможет ему отмазаться от обвинения в убийстве Островского, да? Угу. Какого Островского? Ну, отца Ларисы и Славика. А вот этого я не знал. А все зафиксировано веб-камерой Славика. Отойдем на секунду. У меня такое ощущение, что ты мне кое-что должен. Да? Удостоверение. Пистолет. Мобильный. Да, от капусты я его еле очистил. Лариса! Лариса! Прости. Все из-за него. Сволочь! Сволочь! Ты мне всю жизнь испоганил! Толя! Толя, да пошел ты! Веб-камеры тогда были в диковинку, но отец Славика раздобыл игрушку для сына. И тот установил ее в квартире. И случайно заснял, как Сенчин убивает своего партнера. Да. Избавившись от Островского, Сенчин стал единоличным владельцем бизнеса. Лариса ему нравилась. Через полгода убийца женился на дочери жертвы. Прямо как у Шекспира. Угу. Почему Славик, зная, кто убил его отца, не пошел в милицию? Ну, а что бы ему это дало? Ну, арестовали бы Сенчина, закрылся бы бизнес. Мы же теперь знаем, что такое Славик. Он предпочел шантаж. Он понимал, что бизнес Сенчина растет. С доходами зятя росли его аппетиты. Наш Славик хотел все больше и больше. Садись. Да. Не понимаю, Сенчин все-таки был влиятельным человеком. Он ведь мог прекратить этот шантаж в любую секунду. Но Славик предусмотрел и это. Разместил ролик с записью убийства в сети и время от времени посылал кодированный сигнал. А если сигнал не поступил бы вовремя, вся информация разошлась бы в СМИ и на телевидении. Верно, верно. Но, как известно, никакой шантаж не может длиться бесконечно. И оба они это понимали. Тогда Славик решил соскочить, инсценировав свою смерть. А служба безопасности Сенчина это усекла и предприняла соответствующие корректирующие меры. Отвезли его на завод и заставили стереть информацию из сети. Вот-вот. И после этого, как ты понимаешь, судьба Славика и Ларисы была предрешена, но тут появился ты. Славик был не глупый парень, надо отдать ему должное. Но у него, правда, был сбой в программе совести. Ну, а это, как мы знаем, не ремонтируется. Да. Как рука? Кость цела, мясо нарастет. Оптимист-юморист. Толь, я давно хотел тебя спросить. Помнишь, Славик перечислил на твой счет за свое якобы убийство неплохую сумму. Мысли какие-то были, как распорядиться? Я пока еще не думал. Ну так давай, начинай. Добрый день. Привет. Не помешала? Красивая женщина не может помешать в нашем деле. Ну ладно, пока. Да. Руку бери. Обязательно. Пока. Ну что, в турагентство? Ты куда хотела? На Мальдивы? На Мальдивы. Ну. Давай через месяц-другой. Почему? У меня же контракты, знаешь, условия. Я не могу их нарушить.
Но сегодня-то ты отдыхаешь. Ну, часа три у меня еще есть. А потом в аэропорт. Клиента встречать. Вот так всегда. Зато эти три часа наши. Молодых! Ты мой телохранитель.